Пока осень еще окончательно не вступила в свои права, по выходным в Центральном парке города Видное проходят развлекательные мероприятия для детей. Одно из них – познавательно-игровая программа для самых маленьких «Мы хотим жить в мире». Дети участвовали в конкурсах, танцевали, делали зарядку и фотографировались вместе с ведущим. Перед Днем города стараемся проводить детские мероприятия. Приглашаем 12 числа также сюда на празднование Дня города. Поэтому, друзья, ждем. У нас хорошая атмосфера, в парках работают аттракционы. Всех ждем, приходите. Многие из родителей уже знают о проводимых в парке мероприятиях. Некоторые, проходя мимо, зашли случайно, но остались довольны. Мы приходим сюда вообще в контактный зоопарк. Вот так как у нас дети маленькие, мы немножко проходили мимо раньше таких мероприятий. А сегодня вот как-то у нас один даже пошел танцевать. В день города 12 сентября в 12 часов здесь состоится игровая программа «Город, в котором мы живем, мечтаем и любим».